Доброго дня, дорогие подписчики. У нас новое обступление автомобиля с пробегом Opel Astra в кузове хэтчбэк 2014 года с одним собственником поступает в продажу. Автомобиль версии 1.6 на автоматической трансмиссии. Вот такого вот красивого цвета по комплектации оптика, противотуманные фары. Автомобиль у нас на зимней резине. В салоне тканевая отделка в очень хорошем состоянии, механические регулировки колесом, полный электропакет, электроуправление зеркалами. Как всегда у Astra хорошее оснащение: датчик света, датчик дождя, полноценный мультируль, круиз-контроль, лимитер, управление мультимедией. Здесь климат-контроль на две зоны, обогрев первого ряда кресел, климат-контроль, обогрев рулевого колеса, мультимедиа CD400. Давайте запустим автомобиль. Комплект ключей. Пробег автомобиля 143 302 километра. Вот так выглядит зажженная мультимедиа. Хорошее состояние всей отделки в салоне. На втором ряду также идеальное состояние тканевой отделки. Электростеклоподъемники, ткань в очень хорошем состоянии. Так выглядит оптика. Итак, Astra, 2014 год, один собственник. Ждем ваших звонков.